по спортивным кластеру СОШ 11-13 видно, что не успевают. Все-таки какие-то сроки продлили, не продлили, что в какие сроки будет укладываться график. Да, мы в СОШ 11-13 встречаемся каждое утро. В 7:30 у нас проходит там так называемая планерка по работам. Да, небольшая задержка есть. Подрядчик обещает в ближайшие 10 рабочих дней все работы дозавершить, с тем, чтобы не потерять качество в рамках погодных условий.